Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня у нас на канале видео сравнение дисплея на двух телефончиках. По левой стороне у нас Asus ROG Phone 5, по правой стороне у нас OnePlus 9 Pro. И сегодня мы будем сравнивать их дисплей. Я сейчас буду вам показывать красивые разноцветные цветастые картинки, и вы будете сравнивать, на каком телефоне цвета отображаются ярче, лучше, по всем вашим там критериям. Ой, открываем картинки. И вот, пожалуйста, вот вам картинка. Сравниваем. Так отображается на OnePlus, так отображается на Asus. Еще картиночка. Как по мне, выглядит и чудесно. И здесь чудесно. Не к чему придраться даже, но для сравнения надо показать. Такие вот картинки. Так отображаются цвета. Давайте вот эту, может, подкроем. Она в каком-то плохом качестве. Вот. Прекрасная картинка. Что у нас еще тут? Вот чудесная картинка. Вот эта картинка красивая. Вот тут у нас еще другие картинки есть. Что еще показать? Ну вот, вот эту картинку можем еще проверить. Давайте еще каких-нибудь парочку красивых картинок откроем. Может, вот эту. Но она, а вот, прогрузилась наконец-то. Не знаю, давайте вот, вот это еще красивая картинка тоже. Просмотрим, посмотрим, как она выглядит. Пожалуйста, сравнивайте. Какой дисплей вам кажется красивее? Качественнее. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.